Эй, на связи Виталий Старко, это новая серия на проекте Online RP. Давайте наберем как можно больше лайков, чтобы вышла новая серия. Я опять в сухопутных войсках. Дорогие мои, я никуда не пропал, просто много-много очень дел на этой неделе, поэтому извиняйте. Вот как получается снимать, сразу же снимаю, стараюсь. Ребятки, в этой серии я возвращаюсь в воинскую часть, в сухопутные войска, контент делаем, все будет круто. Советую посмотреть этот ролик до конца, потому что в конце просто приехало трое человек с байкеров. И угадайте, кто их убил? Блин, там просто я такой бам-бам-бам! Короче, смотрите серию до конца, будет интересно, как обычно. И давайте как можно больше лайков, если ты не гахом, мастер. Вот, два, три, за 5 секунд, 4. Быстрее! Ну что, ребятки, как вы помните, у меня был конфликт с ФБР, считается ФБР, ну и, конечно же, был конфликт с лидером ВЧ, ну, сухопутных войск, да, ВЧ, это воинская часть, я так называю. Но мы, грубо говоря, все разрулили, все нормально. Теперь я вновь состою в рядах сухопутных войск. Как по мне, здесь более интересный был контент, потому что здесь постоянные нападения, постоянная защита территории, и вы сами понимаете, что здесь очень интересно. Ну, реально, мы колонны гоняли, на вертолетах выезжали, что еще делали? Много всего, ё-моё. Перестрелки, войны, суета. И я считаю, что эта территория как раз именно для нас. Ё-моё! У нас облава, ребят, у нас облава, на нас материалы воруют. Обстреливаемся, там грув. Обстреливаемся, ребят. Обстреливаемся по груву, обстреливаемся. Они уезжают. Быстренько. Грузовик, ломаем грузовик. Ломаем, отлично. Все, берем, быстрее, дигл. Быстрее. Опа. Быстрее, аккуратненько. Присядочку, готов. Опа, готов, еще один. Там еще один. Отлично, атака отбита почти что. Еще один либо офнулся, либо убежал. Сейчас проверим. А, вон он убегает. Давайте за ним. Он, может, потерял, украл. Давайте. Быстрее. За ним. Быстрее. Давайте. Догоним. Быстрее. Не дам я ему убежать. Так, за мной кто-нибудь бежит? Из наших нет. Он далеко не убегает. Смотрите, что делает. Офается. Давайте. Он в АФК ушел, 100%. Да, блин, не понял твою дивизию. Что за дела, Это Адам, я понял, окей. Ё-моё, предупреждайте хоть, русская мафия. Опачки. Не понял, что здесь у нас такое. Чья-то машинка. Так, никого вроде бы нету. Все замечательно. Давайте, наверное, возьмем автобус. Автобус для призывников. И мы едем на нашем автобусе в военкомат. Сейчас будет прыжок. Давай, разгоняйся, автобус, разгоняйся. Опа! Да. Ребята, это жесткий фейл. Я извиняюсь. Прибыли мы в военкомат. На автобусе все как положено. Автобус для новобранцев прибыл. Так, замечательно. Люди потихонечку начинают приходить в военкомат. Здравия желаю, вы на призыв. Так, в госволну мы уже оповестили.
Давайте. Паспорт, 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 уважаемый, паспорт. Так, паспорт в кармане. Достал. Вот видите, отыгровочка. Через ду, ми, так, бинт. Взял документы у человека напротив. Давайте посмотрим его паспорт. 16 уровень. Так, замечательно. Хорошо. Ваши лицензии. Так, замечательно. Сейчас Гера покажет лицензии мне. Пакет с лицензией в сумке, все дела. Отыгровочка. Это я вам примерно показываю, как вы должны отыгрывать РП-процесс, да, при вступлении в ряды армии, да, или же там полиции, неважно, в любую организацию. Так, лицензии все есть. Отлично. Только мне нужно отыгрывать еще, отдал обратно вот это все. Но извиняюсь, это я сейчас делать не буду, потому что хочу вам более кратко все показать. Отлично. Вашу медкарту. Так, медкарту надо проверить, потому что, сами понимаете, если человек здоров, то, само собой, он подойдет в наши ряды. Так. Пакет с медкартами в заднем кармане, все дела, отыгровочка опять идет. Медкарта тат, передавая к человеку напротив. Так, давайте сейчас отыграем. Бинт, взял документы у человека напротив. Смотрим его медицинскую карту, владелец ГЭР, дата выдачи. Так, полностью здоров. Отлично. Держите. Так, терточка ми, вот дал пакет документов человеку напротив. Вот так вот, примерно. Все, отдал. Замечательно. Готовы к психтесту? Что там, ё-моё, готовы к психтесту? А, это полиция у нас приехала. Да, полиция, короче, к нам приехала для защиты, на всякий случай. Так. Что? Не-не-не, давайте так. Сядьте, сядьте. Так, черточка /N, проверочка идет, смотрите. Встаньте, вы приняты. Встаньте, вы приняты. Все, встаньте, вы приняты. А это номер П-чат, он не должен вставать. Вставайте, вставайте. Молодец. Я у него спрашиваю в /N, что такое ДМ, ТК, СК и мой номер телефона. Он мне должен написать ответ, что такое ДМ, ТК, СК. ДМ — это убийство без причины, да? А ТК — это Team Kill, убийство члена своей организации, да? Ну и СК — это Spawn Kill, это вам пример. Все РП-термины вы можете найти в интернете. И да, допустим, с одного телефона или с компьютера читать и рассказывать, писать. То есть трудного ничего нету. Вот видите, ДМ без причины, ТК — убийство своих, СК — Spawn Kill. Отлично, за мной. Все, он все прошел, давайте сейчас мы его отведем. Вставайте сюда, сюда. Так, давайте сообщим. Жетон 290 принят. Отлично, замечательно. Так, кто у меня следующий? Да, кстати, хочу вам приметить, что лицензия на вас... Ой, да, на лицензия пилота и на водный транспорт, она не нужна. Так что все окей. Если у вас их нету, то ничего страшного, с вами ничего не сделают. Зрители за окном его. Приветики, говорит. Афганистан прошли и смотрим, как полковники сейчас. Партизаны. Я не могу. Красавчики. Подняли настроение. Ёперный городовой. Стоять. Руки. 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 Что за проникновение? А может, это ФБР? Готов?
Ездил я, патрулировал, а тут всеобщее построение на плацу, неявка, увольнения. Ну, сами понимаете, значит, привезли новых бойцов, новобранцев, поэтому сейчас отправляемся на построение, посмотрим, что там сейчас будет. Так, отлично, отлично, давайте аккуратненько вот сюда вот поставим автомобиль, куда-нибудь сюда его припаркуем, вот так вот, оп. Давайте встанем, ничего страшного сюда. Правда, по званиям нужно вставать. Ну, ничего, бывает. Так, или пойти мне спереди встать. Там вроде Боб Старк, младший лейтенант. Я лейтенант, повыше его звание. Ну, ничего страшного, постоим здесь. Три круга по плацу. Тренировка у нас, ребятки. Обалдеть, у нас еще здесь... Три круга. Я бы лучше на полосу препятствий пошел. Помните, там, где дым идет, а сейчас его нету. Короче, там полоса препятствий же есть, получается, где главный склад. Я еще там не был, но хочу туда сбегать, посмотреть вообще, что там, да как. Мне очень, на самом деле, интересно. Так, за мной, наверное, наблюдают. Мне еще один целый круг бежать. Я уже устал, ё-моё, какие три круга бегать? Все, встаем, встаем в строй. Давайте так, опа. Встаем, встаем в строй. Я... Куда мне встать в строй? Давайте так. Оп. Оп, оп. Да вы посмотрите, они как себе домой просто ездят сюда. Просто как себе домой. Я вообще в шоке. Стоять! Писец, вы представляете? Я в шоке просто с них. Я просто в шоке. Вы что здесь делаете? Вы что делаете на территории? Вон он, вон, 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 вон. Представляете? Смотрите, что творят. Вообще по барабану им. Вон они, вон они. Вон они, вон они, там. Там бегают, бегают, бегают. Так, давайте, короче, к ним. Опа! Стоять! Стоять! Попался, жучок, стоять, далеко я его не... Давай, давай, за ним, за ним, за ним, за ним, за ним, за ним. Автомат, быстрее, в руки, опа, перелазь, давай, 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 боевая подготовка. За ним. Кита... О, смотрите, атакует, атакует по нашим. Давай, 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 стоять, готов. Готов, обнаглел, что ли? Готов, попал я цель. Он нашего здесь убил, здесь наш подъехал на машине, ёперный городовой, не успел чуточку, чуточку бы раньше, тогда бы да. О, как раз мы вели обстрел по китайцу, пока мы его деактивировали, уничтожили, посмотрим полосу препятствий. Я все хотел до нее добраться, но никак не доходили руки, вау, надо было здесь вот тренировочку, здесь вот проходить, оп, оп, ой, ё-моё, как здесь тяжело-то, ё-моё, оп. Нет, здесь это круто. Прям реально. Дымок, боевые действия, огонек. Оп-оп-оп. Главное, чтобы не загорелся. Оп-оп-оп. Не, прикольно, прикольно. Вот здесь можно что-нибудь вытворять. Оп, быстренько, быстренько, быстренько. Команда газы, трубы. Не, здесь интересно. Ладно, пойдемте на ГС, посмотрим обстановочку там пока что. Начинаем чистить трубы. Трубочистые уборщики. Мы все подряд, ребят. Я вообще в шоке. Моем стены в бункере. Круто. Попали в бункер. Я не хочу быть еще пол. Твою дивизию. Твою дивизию! Как резко они напали, обалдеть! Готов, один готов. Второй готов. Так, еще одного. Он в ФК, ой, ФК шип. Давай, давай, готов! Минус три под конец! Один! Расстрелял! Так, КПП 2, атака отбита, так, преступник уничтожен, КПП 2, атака отбита,
Печально. Все вышло очень печально. Ладно, ребят, на этом мы заканчиваем данную серию. На связи был лейтенант Виталий Старк. Подписывайтесь, ставьте лайки, и все будет круто. Видео просмотрено. Подписка плюс.